друзі, продовжується ефір на «Або з тебе». Дякую, що ви залишаєтеся в нашій компанії. Залом продовжуємо економічну тему з Максимом Праздніком, економічним експертом. А ще одна тема, яка хвилює нас, це підвищення акцизів на алкоголь та на тютюн. Нагадаю, підвищення буде до кінця року на 11% на алкоголь, на акцизи, маю на увазі, і 18% на тютюн. І вже говорять, експерти заявляють про те, що нібито курців за останні 9 років зменшився просто в рази, в кількості просто. Українці, загалом, як вважаєте, менше курять самі від збільшення ціни, або це, знаєте, ЗОЖ, спорт і це все і так далі, то подібне. Ну, кстати, думаю, це некий мікс, в общем-то, всього по чуть-чуть. З одної сторони, да, дійсно, стала гораздо більш висока стоїмость на сигарети, тобто і є определена кореляція. Как это происходит, то есть когда растет стоимость сигарет, как в процентном соотношении уменьшается количество курить, ну, курящих людей. Единственное, что это не в разы, там где-то порядка, по-моему, при росте там, в полтора раза, то количество людей, которые курят, падает там, 20-25%. То есть скорее, если мы говорим про достаточно большое уменьшение количества курильщиков, а там, по-моему, на сегодняшний день по Украине была какая-то статистика, то что-то около 6 миллионов где-то так, да, ну при том, что в мире около 1 миллиарда, то есть мы, в принципе, еще нормально себя чувствуем, то это некий микс, и в том числе и ЗОЖ, и здорового образа жизни, и экономичные умовы. Ну и, конечно же, в какой-то степени экономические условия, да. Скільки в середньому має економічно обумовлена ціна в середньому на цигарки загалом, якщо? Ну, якщо посмотреть сейчас, то то, що ожидається в этом году, это там около 30 гривень плюс, ну, с учетом роста новых акцизов. А в принципе, до 2025 года будет идти каждый год рост там порядка 20%. Ну, то есть, соответственно, если в принципе вот сейчас взять, предположить, что курс будет точно таким же, ничто не повлияет на изменение курса, то от цены в 30 гривен где-то к уровню 2024 года это было бы где-то 90-95. То есть в целом цена вырастет пропорционально, ну, наверное, в 3 раза, с одной стороны. Да, это как бы достаточно дорого. С другой стороны, если посмотреть на цены сейчас, то в той же Великобритании, ну, цена уже в 10 раз выше. То есть там цена в пересчете на гривны за пачку сигарет была бы где-то гривен 350-370. Может, и нам треба так? В соседней Польше, опять же, вот далеко за примером ходить не надо, это более 100 гривен. То есть это, кстати, один из вариантов заработка для жителей приграничных территорий. То есть, вы знаете, это же постоянно муссируются эти разговоры о том, что постоянно перевозятся сигареты, переделываются автомобиль, там снимается полностью все, что внутри, там, для того, чтобы как можно больше количество сигарет можно было там. Ну, то есть, естественно, с разницей в цене в 3-3,5 раза это достаточно прибыльный бизнес. Вот. Но думаю, что в ближайшие несколько лет этот бизнес плавно уйдет, поскольку, опять же, цена благодаря акцизу в Украине, ну, вырастет практически до такого же уровня. Это не пройдет за год, не за два, но вот до 2024-2025 года, да. Кто выиграет на таком подвышении цен загалом? Мы выиграем, или все-таки держава? Ну, государство, в первую очередь, поскольку это же дополнительные поступления в бюджет, и я вам скажу, что это, ну, это миллиарды гривен каждый год поступления в бюджет, то есть если не десятки, это достаточно серьезные суммы, и с одной стороны, таким образом убивается два зайца, то есть с одной стороны, заботимся о здоровой нации, с другой стороны, пополняем бюджет. То есть с этой точки зрения выигрыши все, ну, кроме, естественно, самих курильщиков. Ну, так, купувати, думаю, за 350, до прикладу, гривень, я думаю, сумніваюсь, ну, я думаю, много людей бросило бы курить. Звичайно, прямо ти, знаєте, вже порахуєш або купити їсти, або купити пачку цигарок. А загалом, а можливо тоді, ну, якщо країна виграє від того, що збільшується надходження до бюджету, виграють люди, тому що вони стають здоровіше, можливо, тоді ще варто піднімати, ще більше. До рівня було в Великобританії пачка цигарок 350 гривень. Ну, ви знаєте, тут же ще і якісь електоральні моменти. Все-таки люди продовжують курити, бросити за одну секунду – це достатньо складно. Якщо так різко підняти ціну і зробити її 10 разів дорожче, ну, я думаю, це визвало б велике кількість негативу зі сторони людей. Загалом, ну, в зв'язку з підвищенням цін на цигарки, чи не варто очікувати, можливо, і навіть подальший ріст або подальше якесь, не знаю, збільшення контрабанди в Україні? Одна з питань, яке да, есть определенный риск. На самом деле, ну, если взять, в принципе, статистику на сегодня, то считается, что контрабанда это где-то всего там 2-2,5%. То есть, на самом деле, небольшое количество пока что. Але пока цены еще, да, пока цены еще достаточно дешевые. И основной источник поставок это есть Россия, есть Белоруссия, Молдова. Причем, ну, считается, больше всего именно из Белоруссии на сегодняшний день завозится. То есть, пока такой особой угрозы нет. Скорее, наоборот, у нас происходит обратная ситуация, когда мы вывозим сигареты в ту же самую Польшу, в страны там,
прилежащей Европы. Но если будет рост цен, то да, определенная угроза есть. А контрабанда тоді за Украину в ту саму Польщу може якимось чином змінитися? От, згідно, ну, так що там Польща, та 100 гривень коштує, і в Україні, ну, приблизно та 100 гривень коштує. Ну, да, конечно, тогда не будет никакого экономического смысла, это исчезнет. То есть пока разница фактически в 3-3,5 раза, да, то есть есть понятный заработок, и люди осознанно идут на определенный риск ради такого заработка. Да, ну, давайте назвать вещи своими именами, 300% маржи, это, ну, более чем серьезно. Если такой разницы не будет, то, естественно, явление отпадет само собой. Контрабанда з України в Польщу, да, цей грок зникне. Ось так, друзі, маємо ось такі підсумки невеличкі на цю частину. Не перемикайте, залишайтеся з нами, буквально згодом ми повернемося. Ще, друзі, хочу вам нагадати підписуйтеся на наш канал у Телеграмі та на сторінку у Фейсбуці та Інстаграмі. Там завжди для вас актуальні та свіжі новини. Ми повернемося буквально за кілька миттєвостей.